Рапс – так называют эту небольшую пекарню сельчане. В сутки здесь выпекается более 2500 булок хлеба. На это уходит ни много ни мало – около 1,5 тонны муки. Готовую продукцию развозят по 25 торговым точкам Исильского района. Много было и проблем, сами знаете, и где-то что-то и оборудование может быть у нас устаревшее. Но все равно мы марку своего хлеба мы не потеряли ни разу. Хотя очень уже сейчас конкуренция очень большая. Но все-таки своих покупателей мы не потеряли. Они, люди знают наш хлеб. Очень, как сказать, и он пользуется спросом в районе, особенно в городе и в районе. Хотя вот мы стараемся работать только с отечественными производителями. У нас сырье мы покупаем только у отечественных производителей. Высокий спрос на исильский хлеб дает возможность расширить ассортимент пекарной продукции. Поэтому бизнес-объект участвует в госпрограммах, ведь для увеличения производства нужно дополнительное финансирование. Сейчас здесь трудится 12 рабочих. Это технолог, пекари, продавцы и водители. Работаю на протяжении 3 лет. Работать нравится. Заработная плата достойная. Приятно работать. Планы большие. В первую очередь нужно заменить печь, далее отремонтировать саму пекарню. И уже потом можно будет говорить о замене пекарного оборудования, что, несомненно, повлияет на выпуск разнообразного ассортимента хлебобулочных изделий, говорят рабочие. Жамал Габдуллина, Берик Абдульманов, Боржан Смагулов, Кукше, Ахпарат.